Водоносный слой Агалала представляет из себя огромное природное подземное хранилище грунтовых вод, которое простирается под территорией 8 американских штатов – Колорадо, Канзаса, Небраски, Техаса, Нью-Мексико, Оклахомы, Вайоминга и Южной Дакоты. Тем не менее, между этими штатами не существует регламентированного соглашения об использовании грунтовых вод Агалалы. В итоге, за последние 6 лет площадь водоносного слоя уменьшилась вдвое – последний раз такое усыхание заняло более 60 лет. Потеря ценных грунтовых вод отразилась на всех тех, кто живет в сельских районах упомянутых штатов. Речь идет в частности о наличии воды в домах местных жителей. Множество небольших ручьев и рек, соединенных с водоносным слоем, уже пересохло. И перспектива для других водоемов в районе крайне неутешительна, если не последует никаких изменений. Более того, целый ряд видов рыб, включая сомов, уже начали исчезать из водоемов.